Возможности доходов на майнинге напоминают золотую лихорадку. Как всегда в таких случаях, добропорядочный майнинг сопровождается черным скрытным майнингом. За 2017 год количество атак пиратскими майнерами на компьютеры, относящиеся к системам промышленной автоматизации, увеличилось несколько раз. Нападениям подверглись более 3% таких компьютеров. Вредоносное программное обеспечение чаще всего попадало в инфраструктуру технологической сети из интернета, со съемных носителей или из сетевых папок предприятий. Скрытый майнинг увеличивает производственные риски, что ведет к ухудшению контроля за технологическими процессами предприятия и влияет на их функционирование. С этим явлением научились бороться различные центры информационной безопасности, которые уже предложили соответствующие решения.